Всем привет, ребят. Ну что у нас сегодня? Как обычно, видосик прокачки нуба аккаунта. Столкнулся, короче, с проблемой, и реально уже не хватает ресурсов. Наконец-то я дошел до этого, что мне не хватает книг, не хватает камней желтых, о чем я говорил. Вот такие вот у нас ништяки. Некоторые сундучки я позабирал. 3000 камней, как видите. Ну, в общем, плюшки довольно-таки неплохие сегодня у нас. Так, поехали. Показывал вам, у меня было 50 миллионов, осталось 3. Посливал в героев, потому что на каждую прокачку с 20 по 30 где-то уходит 3,5 миллиона кулаков, то есть на одного героя. Вот, посливал, потому что, ну, из особо надобности в кулаках никакой нет, рунки все есть, поэтому по чуть-чуть сливаю туда. Так, ну и как видите, у меня теперь книг не хватает, потому что книг реально, если не пропускать, нужно очень и очень много. И это одна из проблем, то есть книги и желтые кристаллы. Ну, книги можно, самый лучший способ получения — это пятая. Сундуки замка, оттуда очень много книг падает. Смотрите, сейчас 505 книг. Вот, 285 сундучков, поехали. Вот 200, 300, 200, 200, 200. Ну, в среднем 200-300 падает, где-то так. Бывает, конечно, и поболее, вот 400. С каждых 10 сундуков. Ну, соответственно, еще дополнительно желтые камни. Сможем еще кого-то докачать. Я там, по-моему, начал бога грома качать. Ну, куча расходников. Коробки падают. В коробках надобности никакой нет. Любой талант есть. Это единственные ресурсы, которых мне на сегодня так не хватает. Так, эти сундуки нам смысла нет открывать. Третье с красными кристаллами, да, эти открываем. Для прокачки нужно очень много кристаллов. Сундучки как раз в тему, ну и поехали, эти откроем. Ну, отсюда больше желтые. Камешки нужны, красные тоже, конечно, падают, но у красных я тоже показывал перелимит. Смотрите, 50 коробок чар, офигеть. Раньше только мечтал об этом на русском сервере. Здесь, если у тебя неограниченные ресурсы, делай что хочешь. Так, все, лимит красных камней настал опять. Опять, даже не успеем все открыть. Так, ну эти ресурсы можно копить. Эти тоже мы не откроем. Окей. Будем купить. Купить. Итого, смотрим, что у нас. 7405. Ну, на 2 героя. Приблизительно на 2 героя нам должно хватить. Кстати, начали опять, увеличили количество плюх, получаемых за донат. Такое чувство, что к следующей... В следующей обнове нас что-то ждет мега грандиозное. Посмотрим. Мы по чуть-чуть качаем 1,5 ляма. Конечно, ресурсов не хватает. У меня в планах на этом аккаунте сделать все герои, которые есть, максимальными. То есть я не гонюсь за силой, смысла особо нет. Возможно, еще восстановлю гарнизон. То есть посмотреть реально, сколько... Чистая сила будет. Ну, где-то, думаю, 1,5 ляма должна быть. Ну, единственное, там будут ронины, так и некоторые останутся на 20-ке, так как 30-ку смысла им качать нету. Возможно, со временем докачаем. Подождем обнову, посмотрим, что нас ждет в обнове следующей.
Как видите, на полтора героя нам хватит ресурсов. Самое интересное, что уже тоже нету проблемы с апекс камнями. Посмотрите, их 5000. То есть это, по сути, еще на троих героев хватит. Но нету столько книг. Теперь проблема у нас с книгами. Желтые камни еще кое-как продают, а вот книги реально сложнее всего доставать. Единственный вариант — это вот пятые сундучки, с которых они падают довольно-таки неплохо. Но там опять же проблема — падают красные кристаллы, из-за которых, ну, которых можно слить только на синие кристаллы, а синие кристаллы только если просвет качать. То есть единственный вариант — это сливать героев, так как у нас не увеличены только 50 тысяч, а 50 тысяч, скажем так, на сегодня это уже не особо актуально. Ну, для меня, по крайней мере. Да, я думаю, для многих донатов здесь на английском сервере. У многих с этим тоже проблемы. Вот так вот. То есть Apex камни уже стали более доступны. Нету такого, как раньше. Так, бог. Бог Рома готов. Так, кто у нас следующий? Паладин. Да, видите, качаем, ребятушки, качаем паладина на 30-й прорыв. Посмотрим, что он может делать на 30-м. Останется нам теперь переливать героев. Ну, возможно, я еще хочу, у меня в планах сделать на атаку фортов еще 1-2 состава. То есть, возможно, там еще одного космо огника подкачать. То есть таких героев, которые надо будет для второй такой же пачки. Также в планах, я не знаю, делать, надо будет создать видос и опрос по поводу нового аккаунта на каком сервере, где мы его качать будем и трешовать. Так, отлично. Может, по книгам нам и хватит. Сейчас придется опять сливать кулаки. Ну и в принципе девать-то некуда. Да, раньше кто мог думать, что мы будем кулаки сливать на какие-то желтые камешки. Раньше миллион кулаков сливали на 200 коробок. Сейчас это, вот видите, раз, два, три. Ну, надо где-то 8500, по-моему, на прокачку с 20 по 30. То есть три с лишним ляма просто улетает в никуда.
Так, финишная прямая у нас. Еще на два героя. Это приблизительно даже чуть больше. У нас апекс камней осталось. А ресурсов, как видите, нифига толком нету. Так, еще одна тридцатка у нас есть. Так, кто там у нас следующий на прокачке? Огник, Воржей. Можно, в принципе, Воржея второго начать качать. Так как одного Воржея маловато. Ну, я имею в виду на атаку фортов. Сейчас так немножко подкачаю, чтобы было уже круглое число. Такс. Надо будет заняться прохождением. А это у меня герои слабенькие. Сейчас нас тут, наверное, раздадут. Да, так и получилось. Герои из битвы гильдии у нас. Ну, ничего страшного. Здание разнесли, героев не снесли. Такс. Что у нас есть интересного сегодня на английском еще? Архидемона нет. Вот такой вот бог Рома. Ну, я не знаю, он не особо актуален. Показывал я в прошлый раз. Награды не очень. Что-то мне он не зашел. Так, и что с хрустальным? Хрустальный неплох. Опять же, их нету. Убрали книги, поставили кулаки. Ой, себя. Вот видите, в чем проблема, 49 тысяч. Единственный вариант — продавать на синие кристаллы. Все, в принципе, пишите комменты, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.